Так, наблюдаем группу пидоргов. Сдаются с нового терминала. Не выдержали напора взрывов. Братанчик, выгнали с нового терминала. Да-да, выгнали. А чё ты не пошел с нами? Потому что... Подгони поджопник. Он тебе уже не нужен. А тебе тоже. Это Самоделкин, да? Самоделкин? Спасибо, мы вежливые люди. Блять, еще раз буду. Хороший размер, наверное. Какое подразделение? О! Как вы себя называете? Киборги, это вы? Мы только приехали. Зашли в новый терминал, да? Это вы стреляли по ополченцам? Ну, мы стреляли. Держали оборону сколько? Держали оборону 3 дня. 3 дня? Отбрасывали гранаты, стреляли с пулемета. Кто пулеметчик? 200-й. 200-й? Да. После чего? После взрыва. После какого взрыва? Мощного? Да. Бум-бам? Ну, наверное. О чем жалеете, ребята? Вас бросили? Командиры ваши? Украина страна неплохая, да? Но правители, блядь. Пидорасы, да. Делайте выводы, ребята. Будете живы, будете дома. Расскажите своим друзьям, знакомым, родственникам. Мы такие же люди. Боремся за свою территорию. За свой народ, в первую очередь. За таких, как вы, людей. Мирных. Ты ранен, да? При взрыве? Пополнение. А вот наша звезда. Звезда. Воин, Новороссия, гном. Который... Что я могу сказать? У меня уважение к этим бойцам. Бились до конца. Не обосрались, не убежали. А вот командиры ихни, суки, последние, пацанов, блядь, мужиков, на мясо, блядь, отправили на верную смерть. Гондоновы, Порошенко, блядь, Яценюк, нахуй. Та и сука, блядь, с косой, нахуй. Которую ебать надо, блядь, 3 хуя в рот, нахуй, сувать. Чтоб задохнулась, мать ее. Она еще видит этот маневр, я думаю. Пацаны, молодцы, командир фурбу. Пиздят, как собак, убивает на месте там и прочее, блядь. С поломанными костями. У меня товарищ был в плену 5 дней, блядь. Ему хватило на всю жизнь. Били как собаку, блядь. Вас, сука, пальцев кто-то тронул, блядь. Понимаешь, разница, блядь, между славянами и уродами, которые косят под славян, блядь. Вы все понимаете разницу, блядь? Никто не понимает. Это что за шевром? Черно-красно-белый. Это БДСВР. Ну. Чего, блядь, я вообще поражаюсь. Как вы могли будь оружие брать, блядь? Мужики, блядь, вы взрослые люди. Могли до скалы развернуть, застрелить нахуй свою команду. Да хуя ваших бойцов на нашу сторону перешли? Кстати, у нас 25-я аэромобильная бригада. Вас плен взяла, вы знаете, да? Подразделение Моторолы, батальон Моторолы, Спарта. Я командир роты. Подземный Моторолы. И главный джихад. Ну что ты глянешь, у вас там крови? Который устраивает джихад, любит гранатометы, взрывы, гном. Это он, герой Новороссии. Ребят, я ёбнутый, блядь. У меня уже 2 ранения, 3 контузии, блядь, ебать. Мне похуй. Я и раненый выбегал дальше, блядь. Танки жёг, блядь. Так жёг. Ладно, что, мужики, давайте, короче, блядь, вас надо накормить, умыть нахуй, блядь. Всё, надеюсь, да, надеюсь, вас увидят ваши родные. Передайте хоть, блядь, скажите, что вы живы, блядь, здоровы, пускай вас не беспокоит. Может быть, да, кто укажет свой регион, увидят. Будут знать, что вы хоть живы, не погибли. Позвонить дадут, скажите просто, что вы живы. Жив. Кнопки живы. Чтоб знали, да, понятно. Кому как, своим родным дадут вам позвонить.
Сообщите просто, где вы находитесь. Пацаны, мы так... Там дадут позвонить. Это уже не первый трофей. Это что, просто ты, блядь, самых отсюда, что ли? Ну-ка вот так она переворачивается. Что там, слава Украине? Да ну ты, бля, не знаю. Здорово. Поздравляю, парень. С очередным трофеем. Вчера мало было, еще сегодня добавили, да? Ну, вчера были экстремалы. Сегодня а так. Это что, не экстремалы? Пассивный режим. Ну, молодцы, мой. Это война. Видос будет атакенный, отвечаю. Ты когда выложишь, скажи хоть куда. Конечно, конечно. Давайте, Шама, здорово. А ты что, уже в Спарте? Нет. Да, заведёшь. Сомали? Я сейчас там высажу. За ними сюда пришёл, а потом проведу с Урала. Закрывай. Бор. Закрывай, бор. Подожди. Давай. Сейчас, куда? Сейчас, мы сейчас заедем на девятку, завезу мы, а потом ты с Уралом приедешь сюда. Пацаны, откуда я пришёл? Стой. А это Спарта на подтяжечке. Наш кошмар команда Питбуль. Ну вот это и все. Разворачивайся. Куда? Давай на место. На девятку. На девятку. А? На девятку. На девятку. На девятку едем. Ну, пока все. До новых встреч в эфире.